трехголовый шлем. Технология та же, да? Все то же самое. Все то же самое вы делаете. Здесь чуть-чуть легче, здесь больше у нас есть пространство. Пространство больше. Здесь нам легче работать. Значит, мы со всех сторон его делаем, как и там. Берем кожу сдалека и перекатываем ее. Сейчас не видно, наверное, да? Сейчас, да, сейчас чуть-чуть тяжело. И как часто вы делаете вот эту вот процедуру? То есть понятно, что вы делаете это с каждым тфилином, да? Да, это обязан делать каждому тфилину. Сколько тфилинов я успеваю делать, столько я успеваю. Надо делать и этих шинов. Причем у вас не может быть никакой серийности, да? То есть каждая буквочка это да. Ручная работа на 100%, да? Да. Иначе просто это будет. Я стараюсь и не надеяться на то, что большинство букв сделаны, да. Даже тагим это как пестики. Да. На конце даже их делать. Все равно под этой технологией вашей, да. Да, а не делать, чтобы они вышли сами. За счет формочек, да? Да. Так что вся с начала и до конца, чтобы весь шин был сделан. А почему, если потом мы прикладываем для красоты вот эти формочки, они придают им такую законченность, это все равно кошерно? Вот сейчас мы объясним, Безрат Ашем, почему мы обводим это красным цветом, попробуем тогда ответить на этот второй наш вопрос. На этот вопрос. Ага. Значит, сейчас что у нас получается? Что этот шин, он у нас неровный, не гладкий, такой неровный. Когда мы хотим его поставить, он уже есть. Когда мы его сейчас ставим сейчас с формочками, да? Да, он уже есть. Не то, что он не был совсем, мы его выдавили из ничего и сделали. Сейчас у нас вся буква существует. Мы только ее хотим подровнять. Только хотим ее украсить, подровнять, сравнять. Поэтому это как бы, если я сейчас возьму и иногда каждый бугорок буду стоять и его выправлять, да? Так это то же самое, что нам делать. А как у нас попадает прям, у нас попадает оно точно в формы вот эти, да, вот? Да, да. Это же такое искусство. Почему? Какое-то. Да, это искусство, это правильно. Но это для этого мы и сделали синим цветом в начале, чтобы знать, куда гнать. Куда гнать кожу. Ага, куда ее это, подгонять. Да, точно. И это какая-то интересная. Не а чья это технология? Кто придумал вот это вот все? Это так всегда делали или это? Есть какие-то... на самом деле есть еще несколько способов других. Способ другой. Другой способ. Что да. Вот я это делаю отверткой, а есть берут шило и шилом делают вот. Втыкают в кожу размоченную, опять-таки, как и вот тут, и втыкают ее, и таким образом поднимают. Ага. Эту технологию я не полюбил. Она его не представляет в руке. Потому что я боюсь знать толщины кожи тяжело. Ага. И можно пробить дырку. Это нужно быть большим специалистом. Есть преимущество этого способа, но я предпочитаю этот способ спокойнее, потому что, во-первых, на него есть согласие Рав Элиашева, Зихон Цадика, Дошли Браха. То есть мы тут еще постоянно учим закон, как нужно относиться к словам мудрецов и богобоязненности, уже можно. Каждый шаг, так сказать, нужно говорить, о, Мишем Душат Тфилин, опять, радости, 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 Тфилин.